Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня короткий ролик по садку Dive and Zone. Очень многие любят эту серию, что фидеров, что садков, да, что еще чего-то, то, что в этой серии выпускается. Но по какой-то причине люди все спрашивают, а как он выглядит, а плюсы, минусы его, да, дайте мне пощупать. Ну, потому что действительно качество дайва, оно известно уже многое время и, в общем-то, оно не подводит. Ну, значит, вот у меня в руках садок 3,5 метра серии Enzone. Поставляются они вот в таких надежных сумках, непромокаемых, которые не впитывают влагу, с ручками, с двойной молнией, очень, кстати говоря, удобной молнией, с двух сторон она у нас, две собачки. Значит, вытаскиваем сам садок. Ну и что мы видим? Регулируемая, соответственно, под ножку, либо под держатель на кресле, на платформе. Да, вы можете сюда вкручивать. Здесь даже проставочка такая резиновая, очень качественная, приятная, да, для того, чтобы не истирать пластик. Да, она действительно прижимает очень. Ну, действительно, качество дайва и качество вообще, оно в мелочах определяется. Значит, соответственно, вы можете как угодно выставить, да, любой, отрегулировать, как вам нужно, под угол, да, наклона. Значит, дальше первая секция, ну, такой фирменный значочек дайва. Размер, значит, размер первого кольца у нас 45 на 55. Значит, дальше здесь идет сетка, синтетика, соответственно, обод второй. Здесь у нас алюминиевые обода, здесь у нас пластиковый обод. То есть получается, раз, два, это алюминий. Дальше идет пластик, раз, два, три, четыре, это пластик. Но он гибкий пластик, то есть вы его вряд ли когда-то сломаете. То есть это для того, чтобы все-таки сделать садок легче. И, соответственно, нагрузки в этих местах никакой нет. Дальше. Уже идет плотное плетение, уже другое плетение. Здесь у нас большая ячейка. Ну, для того, чтобы садок, соответственно, здесь рыба у нас, как правило, не содержится, да, это в нижних кольцах она лежит, а здесь, соответственно, все продувается, и лишнего веса нет. Первый момент. Второй момент, что вот эта часть, как правило, всегда на урезе воды, на поверхности воды, а это под водой. Соответственно, часто, когда что-то плывет, либо течение лишний раз тянет, да, соответственно, нагрузки чуть меньше, сопротивление воды в этом месте за счет дырок чуть меньше, ну, соответственно, садок не несет. Хотя он квадратный и рассчитан специально для ловли на течение. Ну и, в общем-то, как универсальный, его тоже можно охарактеризовать, потому что ничего страшного, если вы в настоящих водоемах на карпа забросите в воду такой садок. Дальше идет уже синтетическое плотное плетение, швы здесь все очень хорошо прострочены, там две или три строчки идут, чтобы не развалилось ничего. Ну и, соответственно, дальше идет алюминиевый обод. То есть раз, два, три, четыре. Это уже алюминий. Вот такие вот внизу, ну, можно сказать, крючочки, да, для чего они нужны с двух сторон. Первый вариант, вы можете сюда веревку привязать с грузом, для того, чтобы садок и забросить в воду, там камень, еще что-то, да, для того, чтобы он вытягивался, чтобы была труба такая, да, и было очень удобно, чтобы он там не складывался под водой. Первый вариант. Второй вариант, я лично как делаю, часто для усиления лишний раз дна, потому что, соответственно, при вытаскивании вся нагрузка, как правило, сюда на дно идет. Но я сюда протягиваю широкую такую ленту, она лишний раз у меня усиливает дно. Ну, на всякий случай, хотя, в общем-то, никогда не рвалось, но лишний раз не помешает. Да, померю низ, размер нижнего
кольца 37 на 47. Так что вот в двух словах так. Материал синтетический. Действительно, качество хорошее. Ничего плохого сказать не могу. Приятный, классный садочек. Выпускается в нескольких длинах. Кому нужно, берете 3, 3,5, 4. То есть заказывайте, они есть. Цена недорогая на сегодняшний день для такого класса, да, садочков. Ну и, соответственно, не забывайте про удилище. Напомню, что те люди, которые покупают у нас удилище, практически всех брендов, которые у нас представлены, ну, за исключением некоторых, да, небольшого количества, имеют право получить 2 запчасти в год в период действия акции бесплатно абсолютно. То есть мы такие акции уже проводим 2 года. Люди, многие, кто получают запчасти, довольные, пишут комментарии положительные, да, соответственно, на YouTube под роликами можете посмотреть. Условия 2, это подписка на социальные сети, Telegram, минимум, да, на 3, это Telegram, YouTube и ВКонтакте, и желательно Instagram, Facebook и Rutube. И покупка удилища у нас. В таком случае вы в период действия акции можете получить бесплатно запчасть на то удилище, которое купили у нас. Это и спиннинг, и баллонка, и маховая, и карповая, и тому подобное. Всего вам доброго, до новых встреч. Подписывайтесь и покупайте в Multifish.